Друзья, всем здорово! Сегодня тестируем вот эту вот шляпу. Это саморазогревающийся рис с говядиной. Что-то добавить надо, слить, какая-то вода, овощи. Сейчас будем разбираться, блин. Это рис. Самый основной мешок, я так понимаю, здесь говядина. А, ловилка. Ловилка, ложка, вилка. Короче, добавляем сюда рис, овощи, говядину. Здесь вот есть специальная риска, вот столько заливаем воды в рис. Открываем вот разогреватель, кидаем туда на дно. Короче, здесь тоже есть риска внутри, вот она. Вот так вот заливаем водой. Нихуя себе! И ставим вот так сверху. Закрываем и на 15 минут. Бля, все шипит, все шуршит. Смотри, как пар херачит. Ой, горячо. Дома такой запах говядины вкуснейший стоит, ребята. Это реально настоящее мясо, походу. Пятнадцать минут прошло. Блин, посмотрите, какая пушечка приготовилась, а? Охуенная. Это постный, ну, пресный китайский рис. Бля, все очень горячее, пиздец. Шикарнейшее блюдо. Ну, как Светка, на разок. Горячее, прям приготовлено, классно. Не знаю, 8 из 10, но 2 шавухи все равно лучше. Оно полностью готово, минут даже за 10, не за 15. А мясо с рисом вообще охуительно. Если бы стоило 250, брал бы на постоянку. За 490, ребята, нет. Немножко островато, совсем чуть-чуть. Вкуснейшая, приятная волокнистая говядина с овощами и вкусным рисом, который полностью приготовился. Не женитесь, пацаны, и всем до новых встреч, нахуй.